Headshot. Frank. Sit down. Frank. Stand up. Frank. Pass out. Frank. Wake up. Frank. Faded. Frank. Faded. Frank. Now I done grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people wanna cure their sorrow, some people wanna fit in with the popular. That was my problem. Frank. Включил. Сейчас с Данькой пойдем, короче, вот. Нас послали, в общем, собирать эти ягоды, клубнику. Да. Вот. И тут такая тропинка, что, вот, наверное, нас сейчас змея хряпнет. Ну да, все, идем. Знаю, я вообще ничего не вижу. Давай вместе пойдем. Давай клепать, я вообще не хочу ты идти. Старший. Тут. Я чувствую, вот сейчас два шага сделаю, и меня сразу хряпнет. Гадюка. Клепать, блин. Меня сейчас хряпнет, я знаешь, как шуметь буду. Так, ты топай как бы, чтобы змеи чувствовали, что кто-то идет, они упадут. А, и чтобы они это, сразу угрозу чувствовали, да? Не, я что-то не хочу идти, если так, честно. Так, идем, хватит змей бояться. Тут тропинки просто вообще нету практически. Потому что никто не ходит, кроме нас. Потому что придурки. Тут идиотов нету. Может, вернемся, скажем, что нас змею видели, Адань? Гадюка. Потому что проползла перед нами змея. Нет, давай, давай снимем видео, как Саша змея укусит. Не, я понимаю, да, мы ходили, то, что тут никого вообще не было. Ну, а вот сейчас вообще капец неохота идти. Саша, иди, тебя змея укусит. Ну, идем быстрее. Быстрее я? Пойдем, быстрее ты змея укусит. Я не собираюсь. Потому что их вагончик сейчас, Дань. Ну что? Ясен пень, я боюсь. Я что тебе этот, ну, заолка, им до сраки, они там со скорой помощью за спиной ходят. Ее даже вот я 100% уверен, хрен заметишь вот так вот. Так мне. А у гадюк еще и краска хорошая. Какая? Ну такая. Она более чуть-чуть светлее. Да ладно. Да. Я думал, наоборот, чернее они. Нет. Пиздец. Гадюка вообще может чего угодно. Это даже кирзовый сапог прикусить. Сплошь трава просто идет. Верь в себя. Данил. Давай, давай впереди пойдешь. Нет. Почему? Давай ты. А я-то что? Я боюсь больше тебя, змей. Нет. Ты не боишься их ни хрена, вот и иди ну впереди. Ну что? Иди первым, ты же старший брат. Второй выпуск дрестуна, Саши. Ходим кругами, да? Да не кругами, вперед, но с великим страхом как бы. Кузнечик, еще кузнечик. Еще, да, вот им как раз жрать-то, они, наверное, и кузнечиков жрут. Они, наверное, все жрут, да? Сними на камеру. Да не, кузнечик, они жрут. Ой. Ой. Они жрут. Ой. Да, не кузнечик кушать. Я вот как в сталкере иду нахрен, чисто. Болт, еще болты кидать. Попробуй. Нет, ягоды, ну вроде есть. Нет, ты попробуй. Нормально. Какой нормально, у них вкус нет. Ну да. Нет, это потому что выродившиеся вот здесь. Мы сейчас пойдем дальше. Ты снимаешь? Да. Змеем, вот там, наверное, нормальные. Да, и там змеи тоже нормально. Фу. Пока везло как бы, дурачков. Дурачку везло. Я не про себя. Ой, меня аж ляжку сводит. Я вот представлю просто, как если меня укусит. Ненавижу я змей этих сраных. Как я люблю змей. Молоденькая самочка, кузнечика. Она кусается, кстати. Я. Давай. Все, Саш, давай быстрее, а то она хряпнет. Блин. Она сейчас попыталась меня укусить. Ее надо резко сдернуть. Главное, нет, они... тут змей ползает, он кузнечиков боится. Мне нет, вообще вот теперь кузнечки кусают... вообще досрать. Поле постепенно становится все более заросшим. Потому что сюда никто не ходит. Нет, ну вот тропинка есть, тот ходил все-таки. Сейчас бы еще бабку мертвую найти, и вообще нормально будет. В змеях такая вся. Изо рта у него змея такая. И бабка сама такие белые глаза открывает. Иди в низину, там ягод больше. Это борщевик. Если его сок попадет на руку, то он прожгет. Ну да, он прям сочненький еще. Да. Саш, ты хоть это? Иногда снимай как бы вот так, вот как мы раньше видео снимали. Помнишь? Ну давай, давай. Вон борщевика сколько. Дань, вот здесь вообще идти не хочу, вот честно. Засними это. Самое то. Угу. Тут вот именно такой травка засохшая. Да. Свеженькая есть. Кузнечиков много. Немного влажновато. Да так. Че так-то? А, вот еще одна тропиночка. Я здесь по тропиночке, пожалуй, пойду. Хотя там тоже вон самый, блин. Да, красота. Страх-то, боже, я. Че ты боишься? Идем. Да ничего, че. Змея я боюсь, что непонятно-то. Зачем вы боятся? В основном уже, а уже в основном не атакуют. Уже не атакуют. Вообще досрать. Ходит так лыбится. Вот, теперь хоть за тобой. За первым укусит, нормально. Да, сюда иди ты. Куда? Я уже забыла. На бум, вон туда, к борщевику. Где вон ближе деревья? Со змеями. Смотри, сколько борщевиков. Да знаю, я тебе уже говорил.
Собачек много, кстати. Собачек тут есть, змеи неплохо тоже. Хоть бы змею одну увидеть, гадюку огромную. Да. Так не верно. Анаконду бы сейчас увидеть. Не, а лучше кобру. Она капюшон вот так развернет и... Я тут навалю сразу, наверное. Сейчас ты снимаешь свой лубешник. Я потом вырежу. Потом вырежу. Кузнечиков-то... Вот, кормить моего ртана, смотри. Везде кузнечики. Тут где его видно вообще? Вот он. Вот такие зеленых дофига. Давай наловим, я ртана буду кормить им. А вот тут я прошел, сейчас что-то не очень. Я прошел, идем. И что тут, может она такая, ладно, окей, раз я потерплю. Саш, дай мне камеру, я тоже хочу подержать.